Ленку. Как дел? Все беда. Никакой целкости. Что творить? Пытаюсь. Говорит, собирается на рыбалку. Да. Скоро выходим. Будьте здоровы. С выходом. В фильме нету табака, но есть алкоголь. Это витаминка. Буратинка это. Это Пиноккио. Чё, ты сам за нами прибежал, да? Да. Само собой. Куда вы без меня? Прибыли. К месту дислокации. К новому месту дислокации. К новому, к старому. К новому, старому. Рыбочки все румяные, ну а некоторые пьяные. Неправда. Я начинающий. Да я вынесу. А у тебя что, все в кузове у меня, да? Да. Палыч, возьми на всякий случай. Палыч, а на всякий случай? Оно бывает надо. Чтоб не бежать нам в лес. Да. Оставим ее на льду. Да. Мы приедем, она стоит. Это как флаг. Будем тыкать наглому Хариусу в глаза. Бесстыдно. Главное найти их. Где? Дальний край. Пошли тут, да? Какой дальний край? Ну, туда, выше. Я только не знаю, это самое. Ну, ладно. Поленится в путь.
Там вот съезд делаешь, вот здесь чистится весь берег, он там, машина по нему проезжает, да, и переезжаешь. Моста-то нету, а дорога есть. Я так думаю. Что, раньше мост был, что ли? Брод. Ну что, докуда будем идти? Ну вот здесь где-то. Здесь можно опробовать. Здесь можно Будет? Я тихонечко спорю. Страшно тыкать. Да. А вот где Костя стоит, здесь одного, то второго, потом там третьего. Там вот ничего должна быть. Сейчас узнаем. Ну, кидай. Давай, давай. Надо дорожки пробегать. Ну что, там-то у тебя есть вода под льдом? Не спит, шевелится. И? Костя у нас спиной сидит плохо. Да. Вы до последних трех хариусов забрали и все. Да, они даже летом не ловятся. Ждем, ждем. Вот парни утверждают, что в прошлую поездку они поймали здесь трех хариусов. Ну, больше. Да. Да, вот пытаемся их поймать. Но, к сожалению, пока. А он тут есть. Вон перекатик и сзади перекатик. Он тут должен быть.
Пойду Александра проверю размер хариусов. Очень широкий хариус. Да, хариус-то у него. Вот такой хариус у него должен быть. Да, но пока никак. Но, как говорится, будем пытаться. Александр, передайте привет. Кому там обычно передаете? Тете Люсе, тете Гале, дяде Коле, Виталику. Вот довольный стоит. Ну ладно. В общем, большое всем. Все, кто сюда ездит, катается. И тетя Валя в Новодвинск. Да. Еще раз. И тетя Валя в Новодвинск. Согласен. Всем добра. Я не знаю, что делать. Хариус! Хариус! Эй! Не, нету рыбы. Пошли домой, парни. Печку топить. Ну, еще-то часок посидим. Ну, ладно, что. Сидите. Я пошел в другую дырку крикну. Да, тебе-то хорошо, ты дырки... Я наорусь. Назаманиваюсь. Здесь нам никто не рад. Пойдем в другое место. Искать счастье. Что, зарывать или зарывать? Нет, пускай небо увидит. Что-то мне кажется, что у меня здесь мельче стало. Так-то камушки там, ну кто там по ним ползать-то будет? Там мелко. Понятно, что мелко. Наш крещен. Ну, во всяком случае, смотри. Вода есть? Ну, там же хуй. Там тот же хуй. Нет, здесь тоньше лед. Да? И под ним воды больше. Андрюха сегодня один. Сегодня не клевый день, поэтому парням за руль.
Мне нет. Герой выполняю только я. Поменяли место, пришли к перекату, но результат пока тот же. Вот. Вот он наш перекат летний. Вот он, где мы обычно кушаем, ловим хариуса. Вот здесь. А хариуса нет. Ушел, наверное, спать в берлогу к медведю. Паразит. Ладно, летом найдем. Что скажете, Александр, по этому поводу? Спасибо друзьям, что не отказались от этой авантюры очередной. Приехали сюда просто подышать, просто отдохнуть от всего. Вчера на озере были, половили окушков. Ну ладно, всем большой привет. Да, привет. Всем добра. Всем. Он и был. Снежок пошел, видишь, да? Да. Снежок и был. Что-то сегодня никто не поет. А? Пошел я. Закончилась наша рыбацкая часть. Завтра едем в Сюму. Там нас ждет машина. Че, Андрюха, ждешь? Да нервничаю. Да. Игра серьезная. Раздавай. Оставили в дураках, придется тусовать. Нет четвертого, не поехал. Да. Кто-то должен. Да, тусовать. Да, перчатки выдать? Или рукавицы? Ага, здрасте.
не остался. Финита ля комедия, блин. Возможно, Александр, возможно. О, тогда точно все. Черекашка. Черекашка. Все, ходи. Сколько ля кажется? 4. Выходи, все, 4. Юху! Саня остался. Все, не будем больше снимать. Я приплыл. Я вам не дурачок. Я больше с ними не играю. Не, не, не.